Культурное пространство Каменка преобразилось. Накануне красноярцам показали новый холл. Работы в бывшем ДК «Септишмаш» длились больше года. Строители поменяли инженерные коммуникации и провели капитальный ремонт помещения. При этом сохранили и отреставрировали лепнину почти 60-летней давности в стиле «сталинский ампир». А на фасаде здания теперь красуется новая вывеска. После ремонта в холле Каменки появилось место, где молодежь выставляет свои вещи, сделанные своими руками. Кроме этого, открылась выставка молодых красноярских художников, которые работают в технике печатной графики. Но ремонт в Каменке продолжается. В августе строители начнут работы в правом крыле здания. Преобразится и парк, который находится рядом. По планам, там появятся гамаки, качели и заработает кофейня. Это первый шаг на пути большого количества мероприятий, связанных с улучшением инфраструктуры этого уникального объекта. Благодаря поддержке губернатора, депутатского корпуса, мы смогли сегодня преобразовать это пространство в современный, уникальный вот такой вот формат, который, я уверен, очень полюбится красноярцам и гостям нашего города.